Всем привет! Первая корчевка в этом году. Будем первый раз после корчевки сеять подсолнечник. Здесь у нас поле готовое. Уже было. Ожидает подсолнечника. А здесь добавился участок. И пробно посеем после корчевки подсолнечник. Обычно мы сеяли раньше пшеницу. Здесь сразу же дискуем после выкорчеванного. Вот так вот получается. Еще нужно выбрать будет корни. После дисковки еще несколько раз всегда вылазят корни. Участок более-менее чистый. Корчуется хорошо, но единственное, встречается самосев акации, уже толстый, и на акации сразу же получается задержка. Ну, хорошо, что не часто, вот сейчас даже не могу встретить пенек акации, он маленький, видно и все. Так что участок идет хорошо. Встречаются очаги терна, кусты густые, ну, уже выкорчевали, уже их нет. Нашли неплохой способ их быстренько убирать, на канале есть, можете поискать, посмотреть. Дискуем боронами БДТ-7 без крыльев, только средней частью. Крылья сняли для того, чтобы нормально тягал МТЗ-892. Как бы облегченный вариант. В общем, мне все нравится, как получается. Я думаю, с подсолнечником будет все хорошо. Еще раз повторюсь, что обычно после корчевки первым делом сеем пшеницу, сеяли для того, чтобы земля уже была более готова к подсолнечнику. Ну, посмотрим. Кому интересно, следите за каналом. Покажу, как будет выглядеть этот подсолнечник. Вот здесь типичная наша ошибка. Спилили терн, низко спилили косами. Раньше мы так и делали. Но после этого его приходится только копать лопатой, чтобы не проткнуть скат. Сейчас мы так не делаем. Оставляем целый, только спиливаем в тех местах, где внутри растет большое дерево, чтобы добраться и его спилить. Либо очень толстые кусты. А мелочь мы просто гребем фронталом. Thank you.
для того, чтобы с первого раза его выкапывать и не обкапывать по бокам. Если бы пень был низкий, его бы приходилось обкапывать, силы не хватило бы его выдернуть. А так, есть рычаг, из первого раза в основном его выдергивают. Вот хороший пример, как можно за рычаг быстренько выкорчевать довольно-таки крепкий корень. Толстое дерево. И он не трухлявый, как некоторые пишут, а живой. Пенечек. Есть рычаг, с первого раза выкапывается. Все закономерно. Ну, на сегодня, пожалуй, все. В общем, работа уже в разгаре. Сезон начался. До новых встреч. Всем удачи.